Спасибо. Если раньше герои рождались революцией, теперь они появляются после терактов. Жители Ниццы, например, хотят отблагодарить человека, который попытался остановить смертельный грузовик на английской набережной. Они собирают деньги на новый байк для 49-летнего Франка, который на своем мотоцикле бросился на перерез террористу. Конечно, мог бы этого не делать, он был на набережной со своей женой, но чувство долга оказалось сильнее чувства собственной безопасности. Героический поступок угодил на видео. Франк направил свой мотоцикл под колеса фуры, сам прыгнул на подножку грузовика, открыл дверь и несколько раз ударил террориста в лицо. При этом чуть не получил от него пулю. Он нажимает на курок, но оно не выстреливает. Он пробует заново, но ничего не работает. У него абсолютно холодный, беспристрастный взгляд. Я спрыгиваю на ступеньку двери водителя, потом запрыгиваю вновь и заново начинаю бить его. Я продолжал и продолжал, и продолжал бы, пока он не умер. Я сам готов был умереть. Я готов был умереть. На следующее утро работник таможенной службы аэропорта Ницца стал известен всему миру. Правда, СМИ успели уже его похоронить, что всем казалось... Франк сделал невозможное. К счастью, он остался жив и получил от города медаль. Благодарные соотечественники решили тоже сделать ему подарок. Они собрали гораздо больше, чем стоит новый мотоцикл. 21 тысячу евро, а деньги все продолжают поступать. Поэтому и решили. Излишки отправят в больницы, где сейчас проходят лечение раненые.